Добрый вечер, друзья. Я рад приветствовать вас на своем канале с 20-го контракта, как я неоднократно повторял. Пока что тут погрузки и выгрузки закончились. С начала месяца, конечно, было нормально до 7 числа. Две погрузки, две выгрузки. Ну, сейчас немножко освободились, стали на якорь. Что дальше будет, неизвестно. Скорее всего, пойдем в Европу. Ну, я собрался вечерком, 10 вечера, записываю очередную серию. Пока что смотрите, как за моей спиной происходят всякие движения. Такой же большой пароходище VLCC, правда, надеюсь, что он меньше, отходит от нас. Там одни индусики собрались, немножко он снаружи ржавый, но на палубу они краски не пожалели. Ну, на чем мы остановились? Остановились на том, что наконец я стал старшим механиком в 13-м контракте. Отработал один месяц и пришел, вот видите, все по новой начинать. Допустим, четвертым механиком работаешь, у тебя год-два опыта работы. Потом стал третьим, все уже, четвертого можешь забыть. У тебя сколько? Год-два-три. Так, три. Стал вторым, снова с нуля. Теперь стал старшим механиком. Все, это остальной опыт можно отбросить, так же как балкера, контейнера. Вот, сколько на танкерах. Получается один месяц. Куда с одним месяцем, непонятно. Это у меня уже был второй контракт за год. И где-то недолго я ждал, получая звонок через 10 дней где-то. И предлагают мне 2000 года постройки. Дело было в 2011 году. Это, считай, 11-летний пароходик. 105 тысяч тонн под вьетнамским флагом. Ну, я думаю, старый, что тогда думать. Старый, не старый, большой пароход, опыта нет никакого, все, естественно, ЕС, сэр, соглашаюсь. Ну, вам снова перезвонит суперинтендант какой-то индусский. Я ждал, никто не позвонил. Видимо, было, нужно срочно было туда ехать, поэтому так все и прошло. Лечу я в Дубае. Там получил визу, выхожу на улицу, сижу, жду, идет второй механик. Грустный тоже, как и я, Андрей. Я с ним еще потом пару контрактов отработал. Как раз попали мы в пору этого Рамадана, когда месяц они не едят, в смысле целый день не едят, а вечером начинают есть. Ну это к чему я говорю, потом послушайте, что на пароходе дальше будет. Везет нас таксист, подвозит в порт, и садимся мы также на буксирчик и погнали. Так же, как я прошлый контракт в Корее. Едем на пароход. Тоже болтают, волны качают. Два часа идем. Этот Андрей достает крюлист. Ну, крюлист — это где список членов экипажа. Начинаем читать. Получается, второго механика меняет, я старшего. Смотрю, старший механик на борту 3 недели, а второй механик 3 месяца. Ну ладно, со вторым механиком как бы понятно. 3 месяца, может, 4 плюс-минус 1. А почему этот стармех списывается? Напряглись, думаем, какие-то проблемы. Ладно, подъезжаем. Судно в балласте стоит, залезли на борт. Захожу я в каюту, стоит такой товарищ. Это я уже месяц, кстати, отращивал бороду. Вы скажете, что он в одних этих же майках ходит. Купил я в Канаде, потом через пару контрактиков вернемся к этому вопросу. И никак не могу их сносить. А что на пароход? В чем приехал? Одна рубашка, три майки, 3-4, свитерочек, потом все выкину, да и все. Меняю периодически. Вот, удалился от темы. Захожу в каюту, встречает меня такой стармех из Бангладеша, вот с такой бородой, в челме, ну и шаровары такие. Этот капитан его назвал Мула. Я капитан тоже мусульманин. Вьетнамский флаг, в машине все вьетнамцы. Четвертый, третий, второй же точно. Мы заходим на пароход, второй с Херсона был. Услышал русскую речь. Ребята, я так давно не слышал, выбежал. Радостный такой, меня тут никто не слушает. Я там, они меня вечно отодвигают. Я туда пошел, туда, думаю, что он там рассказывает. Ладно, начал дела у этого принимать. Походили там, ну понятно, что пароходик подубитый. В чем проблема? Думаю, что он так уезжает? И капитан там, все, быстрее, надо. Ну ладно, думаю, уже уедет, потом спрошу.
сели, все проводили, а второй механик остался немножко с нами кататься. Судно стояло в Арабских Эмиратах. Ну, уехал он. Я потом еще эту бороду собирал по палубе, весь контракт, по-моему. Собирал и собирал. Ну и с вьетнамцами ходим по машине. С английским они сильно не дружат. Все там, все в ручном режиме. Энергоснабжение, систем, котлы, паровые турбины, эти насосы. Все что-то бегает. И толпа такая была нормальная. Три моториста, вайпер, все механики. Ну и как бы так, продолжаем работать. Электромеханик был, кстати, бангладешский. 15-летний опыт работы, но как оказалось, потом вообще нулевой вообще товарищ. И заходим мы в другой порт Арабских Эмиратов. И начинаем швартоваться. Ну и сидим в цепу. Тут такой звонок. Нас гидравлику выбило. На корме. Ну раз, кому-то там сказал, иди запусти. Прибегают, не могу. Что такое? Побежали все. В стерлингеру, в рулевое отделение. Я покажу на заднем плане, что происходило. Прибегаем. Касаясь этого танка, где стоят три гидравлических насоса. А в танке масло просто градусов 120. Ё-моё. Ну как потом оказалось... Там стоит, когда перед этим запускают пожарный насос, забортная вода охлаждает масло через холодильник. Холодильник давно не чистили, все забилось. И пока мы сидели в цепу, это масло нагрелось до 110 градусов. Охладить его нельзя. Бегом побежали, что же делать, аварийно надо швартоваться. Уже капитан, даже этот пакистанец, прибежал в стрингеру. Но мы же давай этого электрона подтащили. Давай уже как-нибудь... Будем постепенно эти насосы включать один за одним, чтобы просто не конец подтянули. Ну, я побежал, нашел ему схему, даю схему, на это первый раз сообразил. А он от нее как черт от ладана. Выкидывает ее. Думаю, что это за электромеханик такой? Ну, понятно. Давай уже сами искать, куда-то тыкать. Принесли вентилятор, охлаждаем это масло, но там упала температура на 5 градусов, а надо было где-то, чтобы, по-моему, лимит был 75 или 70. Ну понятно, там можно было охлаждать часов 5. Или льдом обложить там. Мы давай же в этот щит залезли, но это механик, понятно, все, ноль. И давай тыкать там карандашом в эти контакторы. Ну нашли где-то. Включили один насос, они подтянули, потом другой, третий. Все, кое-как пришвартовались. Капитан уже говорит, сейчас неустойка будет там за каждые 5 минут по 5000 долларов, что-то такое. Ну все. Пришвартовались, бегом уже давай этот холодильник, вскрыли, он вообще весь забитый полностью. Ладно. Потом другая история была тоже, что-то с ревками. Позвал же электромеханика, открывает, что, куда смотреть. Ну ладно уже. Я уже, кто электромеханики, под конец контракта у нас висело сопротивление изоляции везде. 440, 220, там 24 вольта, где-то проблемы были. Но это потом расскажу. Я уже просто устал с ним мучиться и вызвал это. Мы работали под вьетнамским флагом и уже напрямую судовладельцы, что они пристали пару человек и устранили наши электрические проблемы, которые, кстати, и за пару дней все сделали. Работаем с вьетнамцами. Я прихожу с утра, ну, второй на вахте стоит, Андрей, там, да, не, было, да, unmanned, это безвахтенное обслуживание, но в основном в таком режиме работали. С утра прихожу на разводик, они сидят в уголке, чаек пьют вьетнамский. Научили меня говорить доброе утро, чао бой сан. Даже сейчас вспоминал сегодня, вспомнил. И такие радостные, чао бой сан, чао бой сан, чао бой сан. Все, пришел, что-то 10 минут там, ля-ля-ля-ля. Но потом, когда какие-то работы делали, звали меня Одесса Тарафира. Все классно. Первое ЧП было, только мы с какого-то порта Абу-Даби, не помню, с какого-то вышли, только из маневренного режима Full Head, Navigation Full, пошел я наверх с журнальчиком, только до моста дохожу, слышу, что это какие-то алармы, и чувствую, что ну, судно дрожало. Это, вибрация прекратилась, ну главное остановился. Я бегом журнал бросил, бегу вниз. Там молодец третий механик, и навес не растерялся. А пока я шел наверх,
бабахнуло на каком-то цилиндре, на четвертом, например. Гидравлическая труба на открытие экзост выхлопного клапана, экзост вел. Вот такая дрень. И они хорошо заметили, там масло как пошло, где-то тонну расплескало. Этот бегом звонит, я останавливаю, и остановил главный двигатель. Нормально, экстренно. Мы бегом, капитан же пакистанец, бегом, тут такое движение, сейчас. Нашли, ну это как бы critical такая spare part, аварийная запчасть, висела эта трубень гидравлическая, она уже не знаю, насколько там бар выдерживает, 1500, ну допустим, лимит. Бегом ее поставили, ну все, сейчас запускаем главный, запускаем, как бы все работает, но под, где кулак на вот эту вот гидравлическую трубу, он начинает ходить, этот гидравлический привод на сантиметров 10 вверх-вниз. Что такое? Звоним снова, останавливаемся. Что же делать? И эти же вьетнамцы скучковались, все 10 человек. И все, у них полет, ну, полет фантазии закончился, в принципе, он не начинался. Вначале же так трубу поменять, ружу побежали, как муравьи поменяли. Что дальше делать? А почему оно вибрирует? Непонятно. Так, давай смотрим. Что-то с клапаном, не то, надо клапан менять, да нет, может это, ну пока там, ну я и второй механик. Бегом скрываем воздушную полость, оттуда масло как шарахнуло. Мы поняли, что воздушное это на закрытие клапана, гидравлика на открытие. Что-то там через прокладки перетекло. Все, бегом снимаем 4 гайки гидравлические, дергаем этот клапан, поставили другой, но это все так, это я быстро рассказываю. Пока что репу чухали, заняло часа 3, этот бедный, не знаю, что там капитан за сердце хватался, судно сносит. Поставили клапан, все, разогнались, пошли, значит, я тоже, ну, уже все, старший механик, как бы, пока был вторым, третьим, поставили, все, молодцы, дело сделали, пошли спать. А мне фоточки, объяснения, какие запчасти, что случилось, оригинал, не оригинал. Объясни, почему так, а почему не так. Ну, вот я где-то месяц переписывался. Ну, это одна проблемка ушла. Потом, там проблем много было. Вторая проблема, раз навернулся этот радар. X-band, S-band, не помню. Большой. Ну, позвали всю толпу. А, навернулся, но новый прислали. Новый прислали, но это тоже прошло там недели три, месяц. Все как бы, не можем заходить в порт. На якоре присылают радар, ну и погнали все. Фитер, а вот же сейчас про фитер забыл рассказать. Первый раз собрали, не, вообще нужно вообще рассказать про экипаж. Капитан был пакистанец, мусульманин, старпом индус, ну какой-то по своим религиям. Боцман индус, пампмен индус. На палубе все эти вьетнамцы, буддисты, христиане, в машине тоже вьетнамцы все, буддисты, христиане. Второй штурман мусульманин из Пакистана. Так, этот электромеханик Бангладеш, мусульманин. И мы вдвоем с Андреем. Вот так. Первый раз капитан собрал это safety meeting. Ну это ж любят эти индусы, пакистанцы. Посадили меня тоже во главе стола, как это политбюро, это мне не нравится. Ну что-то там этот старпом индусский рассказывает, а вьетнамцы ж половина понимает английский, половина нет. И сидит фитер, он вообще не рубит с английским. Ну, полтора года сидел на пароходе, такой живчик был, я не знаю, откуда у него моторчики там стояли. Ну энергичный все. И сидит этот старпом индус, и что-то на английском говорит, потом Эти вьетнамцы, они вот это, вообще английского не понимают, как с ними можно общаться. И тыкает пальцем на этого фитера вьетнамского. А ему третий механик сидит и на ухо переводит. Он что-то разозлился там. Что-то начал кричать, раз и убежал. Все, значит, ну на этом как бы закончился день. На следующий день продолжается, снимают старпом этот люк, крышка. С грузового, с балластного там, она что-то треснула. Ну, принесли их сюда в машину, кинули. Андрей мне звонит, Гена, приди, тут это бунт, восстание какое-то, что такое? Эти все
вьетнамцы кричат, пусть забирают свою крышку, я заваривать не буду, все. Я обиделся, война, deck and engine, все, никогда не будут брать ими, до свидания. Я уже пошел тоже между двух огней, но нам надо сделать, ну так надо же как-то по-человечески обращаться. Пошел уже вьетнамцам, говорю, ну, ребята, ради меня давайте. Меня попросили, заварите все, больше такого. Никто к вам не будет так обращаться. Хорошо. Говорит, на этот раз, все, только последний раз. Потом попустило. Отдали эту крышку, все нормально. Потом следующее. Берут они к нам, приходят. Говорит, у нас какой-то будет День независимости Вьетнама. Приглашаем вас отметить вместе с нами. Топ-офицеров. Старпома, стармеха, второго капитана. Ну, мы собрались там с Андреем, кока-колу, пиво взяли и приходим. А эти уже начали праздновать, такой столб, ну, там свои национальные блюда, выкатили поляну. И сидят же, видимо, отмечают, видят, старший комсостав забил на них, ну, неудобно, типа, с ними сидеть. И тут мы заходим с Андреем, с двумя ящиками. Эти нас увидели, как начали орать. Ну, мы туда влились в коллектив. И все, что я потом, я приходил, 10 минут с утра сидел, и потом в каюту свои какие-то бумажные дела, мне звонят, чиф, приди, сфотографируй, мы то разобрали, там, турбину, ТНВД, насос какой-то, сфотографируй, все, собрали, убежали. Вот так было. Ну, проблемки-то все не закончились, самая глобальная проблема, сижу уже я снова в ЦПУ, звонят мне с моста, капитан говорит, мы не можем якорь поднять правый. Я такой, а я при чем? Иди, надо что-то разобраться, в офис позвонить. Я думаю, что такое? Побежал. А я же говорю, вот вторым механиком привык уже, да, машина-то мое. Да и все, ну на палубе так что-то вышел. А тут надо везде уже бегать. Побежал, значит, к правому этому виндлес, брашпилю. Смотрю, а проблемка-то уже давно была. Оказывается, да, я потом уже вскрыл. И там, сейчас я все это засниму, чтобы вы правильно понимали. А там такие клатчи, зацепления. И они уже слизаны, щик, и прокручиваются. А цепь кинули, ой, в смысле, якорь 10 тонн весил. Кинули эти шеклов, я не помню сколько. Ну, шеклов 27,5 метра. Ну, например, на метров 150. Закинули. И эта лебедка бедная проскальзывает и аж подпрыгивает. Я пришел, надо это в офис позвонить, хотя капитан должен был говорить. Ну, я суперинтенданту говорю, так и так. В общем, клатчи проскальзывают, что делать. Будем что-то думать. Хорошо. Ну и давай, потом эпопея началась. Приехал уже новый фитер. Такая бригада вся. Давай же думать. У меня, кстати, вот первая мысль была, я говорю, что надо. Туша, скажи, цепь пилить и сбрасывать. Но в конце концов этим и закончилось. В итоге давай между этими клатчами вставлять какие-то приспособы заваренные. Я уже пошел с этим же вот телефончиком, начал снимать. iPhone 4. Стабилизация никакая, но все-таки. Эта лебедка подпрыгивает. Это ужас, я думаю, сейчас это вообще, это лебедка куда-то улетит вообще, с болтами с этими, со станиной. Все, проскользнуло, потом уже суперинтендант десантировался. Ну что же делать, а давайте какой-то другой лебедкой, там, другим концом потянем. Нет, я потом начинаю искать, в бумагах ковыряться. И оказывается, эта проблема постоянно присутствует уже в течение 5 лет. То на левом якоре также посмотрел. А они прислали работяг. Те увозили всю, весь этот брашпиль на завод, наплавляли, наваривали и обратно привозили и закручивали. Вот так. Так и вышло. Ну, в итоге все, ничего сделать не можем. Потом я в каюте сижу, звонит мне испуганный боссман индусского разлива. Чиф, выйди. А что такое? Там что, дождь такой проливной. Нас капитан заставил. Я говорю, что такое? Ну, ты ему объясни. В общем, emergency towing аппарат или систем на корме. Вот такой конец, вот такой вот, в диаметре, не знаю, 200 миллиметров, 300. А длиной он тоже метров 50. Он, а танкер-то здоровенный, ну, 250 метров длиной. Нет, 105 тысяч, ну, может, меньше, 230 метров длиной.
И говорит, тащите этот конец на бак, мы другой лебедкой зацепим, будем тянуть. Я уже пошел, когда он объяснил, я говорю, ты выйди сам, ты тут 30 сантиметров этого конца не поднимешь, или метр, а там 4 человека. Ну все, с этим дело закончилось. Потом, ну, я не помню, сколько это тянулось, неделю, наверное. Неделю все это продолжалось, или 10 дней. Все, принято волевое решение, в этот момент как раз подъехала ежегодная проверка. Волевое решение, пилим цепь и сбрасываем якорь в морскую пучину. Ну, это я все заснимал. В итоге пилили всю ночь, что два танка заинертизировали, ну, чтобы все с этими hot work permit, чтобы все было как по стандартам компании. И в итоге отпилили цепь, с утра подошел буксир вьетнамский, мы должны были скинуть якорную цепь, привязать к нему конец, а на конец пару бочек юнитора, такой, чтобы поплавок был. И в итоге вот этот момент я немножко не запечатлел. Давай, а это же якорь 10 тонн, и на этих шеклах висит, ну, метров 150. И стопор этот не могут поднять. Давай по этому стопору дубасить кувалды. Били, в итоге стопор вылетает. Пошла якорная цепь вниз с якорем. За ними конец. Эти бочки выпадают вниз. Я так снимаю, бочки немножко... как они там, контейнеры, цистерночки плавают наверху, подошел буксир, раз, и утонули. И буксир искал, якорь не нашел. Вот такая история. Но это еще не закончилось. Потом дальше дело было, пошла вторая часть марлезонского балета, второй якорь стоял уже 11 лет, заржавел весь. Теперь надо этот якорь поднимать краном и опускать на буксир. Буксир подойдет с носа, вытащат этот остаток цепи, раз, закрепят его, поднимут, а потом еще цепь добавят. Ну, сколько потеряли? 150 метров, 7 шеклов, да, где-то так. И тоже вышел я поснимать, мне страшно было стоять, смотреть. Стоит боцман, не видит же этого якоря, ну там же капитан командовал. Подъезжает буксир, я в этот момент тоже не запечатлел. Все это болтается, эти вьетнамцы бегают босиком, что-то орут. Первый заход был, мы у них чуть трубу не снесли. Второй раз подъезжает этот якорь, я думаю, сейчас человек 5 придавит. Нет, они его там давай центровать, во вьетнамках бегают, кое-как опустили, все. Подошел этот буксир, подвесили якорь, ну это все месяц где-то заняло. Нормально. Ну, с якорем мы попея закончили. А, как закончилось. Потом же подъехала бригада с берега. Я думал, этот брашпиль заберут в завод. Нет, они какие-то леса поставили, подняли всю эту штуку, наварили, заварили. Ну, я не знаю, там на полгода, на год хватит. Все, закинули обратно. Эти уже клатчи не проскальзывали. Все нормально, как бы было. Дальше я вышел первый раз за 5 месяцев в город с вьетнамцами. Даже помню, как звали, четвертый механик Хао, моторист Куи, до сих пор они в Фейсбуке пишут, это четвертый уже второй, а моторист стал фитером, и третий Цой был, Виктор Цой. Вот. Нормально с ним покатались на мотороллерчиках по городу Вунтау, поели сифуда, ну, вот такое было путешествие. Вернулись домой, на борт. И дальше продолжали трудиться. А, так я ж вот не закончил, когда с этим радаром. Радар подвезли и погнали наверх предыдущий фитер, электромеханик с Бангладеша, куча матросов, да, и все матросы. И давай же его поднимать. А, это потом поднимать. А до этого, когда один фитер был с этим, с электромехаником, они сверху там что-то делали. Я сижу в каюте, звонит мне Андрей, второй. Гена, приди, тут это что-то невозможное. Что такое? А случилось вот что. Пока фитер вьетнамский, ну они с английским же не дружили, а тот как бы Бангладеш нормально. А тут, ну, любил отлынеть от работы электромеханик. И он фитера оставил и пошел куда-то покурить. И пока курил, плавно переместился в ЦПУ. И сидит в ЦПУ на табуреточке на деревянной. Забегает разъяренный фитер с молотком, что-то ему орет на вьетнамском и берется с его размаха.
как влупил этим молотком по табуретке. Табуретка в клочья, этот бедный трясется. И звонит же мне второй механик, говорит, что случилось, такая ерунда. Я думаю, ну что делать, тоже ж опыта работы, 2 месяца с тормехом, надо капитану сказать, что ЧП такое на национальной почве. Подхожу ему, говорю, а то, да, так, одним электромехаником больше, одним меньше, думаю, что-то вроде бы одной национальности, мусульмане, что-то как-то ничего. И вот так вот с этим электромехаником мучились. Единственный человек, что я же ничего у нас не работало, ничего сделать не могли. Потом уже начал заказывать с берега. Единственный человек, которого я пытался списать, так и не получилось. Я говорю капитану, ну просто уже вот все, вот, вообще, тот говорит, да я знаю, он только лампочки может менять. Я говорю, ну напиши ему какую-то характеристику плохую. Я взял там 4-3 поставил. Нет, ты сильно хорошо написал. Раз все 2, 1, какую-то ерунду, в офис позвонил. И уже летел было второй электромеханик. А у этого, видимо, ну 15 лет работал, концы были. Он узнал как-то, ну, цыганское радио. Бегом позвонил, того завернули и мучились мы с этим дальше. Когда я уже улетал с Вьетнама, он мне там чемодан до аэропорта нес. Что-то да, бросит этот чемодан. Несет и несет, как будто я там с ним буду всю жизнь работать. Может, спасибо, что не выгнал. Вот, что еще было интересного? Ну и как бы и все. Контрактик так завершился. Я немножко раньше списался. А, вот там еще был интересный Новый год. Новый год был интересный, забыл. Уехал этот пакистанский капитан. Вот, самое интересное. Приезжает другой капитан, смотрите. Я вначале его когда увидел, елки-палки, карабас-барабас такой, мне аж страшно стало. Сам из Индии, мусульманин тоже. Ну, сижу с ним за обедом, как-то, ну страшно как-то. Вначале. Потом, когда пообщался по делам, елки-палки, такой золотой человек, вообще, ну, профессионал, раз, письма, проблемы где-то решать. И попадаем мы на этот Новый год, 2011-2012. Сидят эти все вьетнамцы, какое-то пиво было, пару бутылок шампанского взяли, которое они испортили. Фитр давай разбалтывать, поливать этих. Фитр этот был, кличка у него Фазер была, ну, папа. А вьетнамцы все молодые. Потом эта компания пригнала. Ой, я даже в ЦПУ заходил, я не мог протолкнуться. Там уже было, кажется, 5 мотористов, 2 вайпера, полный штат механиков. Я уже зашел там. Ну, я в основном фитеру говорил, он уже всех этих молодежь разводил. Раз, докладывал сам. Я говорю, ладно, занимайтесь, ваш пароход, флаг, ну, национальная компания вьетнамская. Тренируйтесь. И все, уходил. Потом они мне докладывали, что и все нормально. Вот так подработал я, набрал опыт уже, был полгодика. И списался домой из Лунтау. Из Лунтау меня повезли на машинке в Ханой, кажется. Оттуда полетел почему-то в Бангкок, потом обратно в Париж и домой. Все, уже опыт какой-никакой был. Все-таки, кстати, вот Crude Oil Carrier. Это танкер 105 тысяч. Нормальный, самый большой. Первый контракт был 80 тысяч. Этот 105, паровые турбины. Но потом я снова спустился на маленькие. И теперь постепенно вот вышел на в 3 раза больше, чем этот танкер был. Тоже паровые турбины. Ну, потом посмотрите опыт, что дальше было. Что дальше было, расскажу дальше. Так что снова в контракт уложился в полчаса, если бы это все заснять. Ну, видите, в те времена я еще начал уже снимать фильмы, какие-никакие. Но у меня на канале их сильно не смотрят, хотя якорь набрал там уже по 300 тысяч просмотров. Все думали, упадет он на этот буксир или не упадет, пробьет или не пробьет. Ну, авторская съемка. Я думаю, что с моими комментариями будет интереснее смотреть. Потому что просто как-то наблюдать. Ну, мне всегда нравилось раньше так снимать. Раз, что-то поснимал, музычку наложил и нормально. Нет, людям надо больше чего-то объяснять. И кому нравится
морская жизнь, профессия. Вот я записал сериал 136 серий, смотрите от начала и до конца, как все переживания, что случалось. Ну там пароходик новый, поэтому ничего такого глобального. Типа якорь улетел под воду там или пробили буксир, ничего такого не было. Но все-таки тоже будет интересно посмотреть, тем более снимал на GoPro. Думаю, этот контракт мне тоже на всю жизнь запомнится. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Буду рад видеть всех. Также канал, я думаю, ну в смысле он и так уже более-менее разнообразный. Путешествия будут добавляться, съемочки с квадрокоптера. И вот сейчас смотрите «Морские истории». Ну, чтобы не задавать лишних вопросов, смотрите с первой серии, все будет понятно. И вот, кстати, то, что я пару серий назад говорил, или серию назад, то, что в начале контракта, вот есть у моряка три тумблера. Карьера, деньги, семья. Сейчас я занялся одним тумблером. Карьера. Потому что пошел я на минимальные зарплаты для стармеха, на убитые суда. Надо было набирать карьеру. Значит, денежки, тумблер задвигается, семья тоже. Потому что три контракта за год сделал. Если хочешь уже, чтобы семья была, значит, семья, тумблер включаешь, карьера с деньгами задвигается. Если гоняешься за деньгами, значит, карьеру убираешь, ну, семья тоже. И вот так этот тумблер туда-сюда перещелкиваешь, тумблеры. И не получается, чтобы три тумблера было в одном положении. Карьера, семья и деньги. Не получается так. Так что, ребята, до следующей серии. Смотрите «Морские истории» с первой серии, тогда будет все понятно. До свидания, до новых встреч.